дамы и господа, мы в Коломне, старейший город Подмосковья, который младше Москвы всего на 30 лет. Население чуть больше 130 тысяч. Но самое удивительное, что здесь находится более 400 памятников, 50 храмов разных стилей и 16 музеев. На любой вкус. Пошуршали знакомиться с городом, который славится пастилой. Друзья, Коломна находится в 100 километрах от Москвы. И самый удобный способ сюда добраться, а главное без пробок, это сесть на экспресс. Время в пути составляет 1:50, стоимость билета в одну сторону 405 рублей. Знаменитый дом самовара. Отличные новости для любителей сидра. Запоминайте место, лавка купца Юдина. Можно взять сидр 03 и отправиться знакомиться с городом. Hello, it's me. Лайфхак, друзья. Если вы ничего не читали о городе, о достопримечательностях, то смотрите, где гуляет группа, и примыкайте к ней.
пастилу попробовали, теперь другое лакомство. Коломенский калач с гусиным паштетом. Друзья, Коломна – гостеприимный, ухоженный город. Здесь много велодорожек. Да вообще, в целом, дороги здесь в отличном состоянии. Много кафе, ресторанов, достопримечательностей. И приехать на целый день просто отлично. Поэтому не сидите дома. Но если хотите, сидите. А так, для того, чтобы у вас была прям куча, чемодан эмоций, путешествуйте и наслаждайтесь.